Танзиля Галяутдинова, Валентина Гилко, Андрей Кольчугин, Виктор Ковалев, Александр Леденев, Ольга Миронова, Владимир Николаев, Бенедикт Пахольчик, Ольга Паршина, Ольга Питек, Михай Попа, Юлия Спирина, Оксана Жилнова и Мартин Шумахер. Учитесь у самых эффективных менеджеров в онлайн-школе «Метро». Прорыв. Вовлеченность. Сверхзадача. To support my team. Четкий маршрут с понятной точкой начала и конца. Учебник 5 класса, математика, да, то есть как менее затратно, да, то есть переехать из точки А в точку Б. Это всегда быть на шаг впереди. Лично для меня это означает создание всех условий для эффективной работы. Это постоянный самоконтроль для меня. Ты управляешь своей эффективностью, если ты можешь, ты знаешь составные части, и ты можешь предсказать результат. It means to constantly challenge your results, to challenge what you're doing and try to do better. Это помогает двигаться вперед и видеть результат. Добиваться поставленных целей. To achieve in our ambitions. To perform in a business environment, we get paid to perform and to grow the business, so that's why we need it. Это поможет мне построить сильную команду. Чтобы результат получать. Если ты не управляешь этим процессом, он управляет тобой. Наверное, первое я их слышу. Встречаюсь и обсуждаю. Я поддерживаю атмосферу доверия и позитивного восприятия изменений и большого количества задач. I hire the best people. Я много что делаю. Это дает понимание каждому сотруднику непосредственно, каков его вклад. Для того, чтобы мы были единым звеном, чтобы мы были на единой волне. Bringing more trust that we are doing the right thing as a team and as a company. Без системы управления эффективностью будет хаос, и, насколько я помню, из него ничего хорошего еще не получалось, кроме планеты Земля. Is my life attitude? I am very optimistic and positive. Мотивация? Приоритизация и фокусировка. Разумный баланс работы и отдыха. Моя команда. То, что я люблю свою работу. Ну, мне кажется, управление эффективностью мы используем ежедневно и везде, и всегда, со всеми. My wife uses it for me. Самолет или поезд, такси или на машине, то есть всегда есть вариант. И у меня вообще такое ощущение всегда, что у меня как будто в голове всегда что-то такое считает и сравнивает. Я делегировала часть забот о своих детях бабушке. Была цель, получилось, близнецы, мальчик, девочка, все как задумал. И эффективно думал об этом. The feeling of being so happy with all your team, getting towards a very ambitious target. Достижение результата – это всегда какой-то тяжелый труд. И в конце этот адреналин, он как салют, он взрывается. Мне кажется, что вот эта вещь, когда я получаю чего-то, достигаю, мне нравится сам пик. Развитие для меня является главной мотивацией в эффективности. Some appreciate. So it's a good word from my boss, for example, a good word from my team. When I can feel when we are doing in good job, and to from customers also. Семья и я сама. Чем выше ты идешь, тем больше самомотивации у тебя должно быть. I mean, I don't know. You are ambitious or you're not. I don't know. I am ambitious. I'm also very competitive. I think number one is just barely good enough. I like to win. I think winning is cool. Я хотел бы видеть в своей команде людей, которые делают задачи быстро, качественно, которые понимают предметную область не только вглубь, но и вширь. Энергичных, искренних, открытых, любознательных, таких же, как и я, оптимистов и способных к изменениям.
тех, которые сейчас в моей команде. Очень вовлеченные, самоотверженные, ответственные и эффективные. Мне очень нравится, когда люди очень разных мировоззрений. As diverse as possible. As most they are diverse and you bring different competences from different sphere, as best it is for the team. Команда — это не те, кто думают одинаково. Команда — это те, кто смотрят в одну сторону. Поэтому я все-таки за это. Не бойтесь меняться, не бойтесь предлагать что-то новое. Это реально очень круто. Как для собственного мироощущения, так и для компании. В любом, даже самом страшном задании, это очень важно найти что-то для себя простое, позитивное и не бояться идти дальше. Если тебе нужен результат, тебе нужно вовлекать людей, делиться с ними заданиями, делиться с ними ответственностью, учить их и доверять им. You have to focus on people, you have to build your team, you have to communicate, and then the work will take care of itself. You are strong as your team are strong. Ребята, не бойтесь трудностей. Если сейчас тяжело, это значит, что вы идете в гору. На самом верху горы есть вершина. Не забывайте об этом.